Здравствуйте, снова с вами магазин Матвела Техника. Сегодня у нас на обзоре скутер Honda Dio i63Z4. Это скутер с гидравлической вилкой, передними дисковыми тормозами, литыми колесами. Значит, скутер четырехтактный, жидкостного охлаждения. Сейчас обойдем по кругу, посмотрим, какие есть недочеты у него, и запустим двигатель. Значит, начнем с передней части. Пластик целый, фара целая. Внешне он напоминает по двигателю, это 56-ю Honda. Так, здесь есть небольшие царапинки такие вот. Значит, дисковый тормоз, литые колеса, они не крашеные, кое-где видна коррозия, конечно. Время берет свое. Так, с этой стороны у нас здесь есть такие царапины внизу. На нижних лыжах по двигателю. Так, резину забыл посмотреть. Так, резина, ну тут еще процентов 50 смело есть остатка. Сиденье оригинальное у нас. Вот такая приборка. Ключ один. Стоп-сигнал у нас такой с спойлером. Заднее колесо, протектор тоже процентов 50 еще есть. С этой стороны никаких царапин нету. Значит, открываем сиденье. Тут все стандартно. Блокировка тугона. Так, запустим двигатель. Стартера у них как такового нет, запускается очень интересно. Сейчас пройдемся по электрике, фара ближне-дальняя, ворота, стоп, фара, все горит. Выгоднее вам, потому что она стоит 100 тысяч рублей, но скутер будет хорошо упакован и максимально будет маленькая упаковка. Транспортная компания, если упаковывает сама, она делает упаковку побольше размером, что сказывается на стоимости доставки. Ссылка на объявление будет в описании.